Я Жанна Баскакова, ведущий преподаватель Центра Мирзакарима Санакуловича Нарбекова. Более 20 лет приглашаю вас на бесплатный вебинар, посвященный целостному подходу к оздоровлению человека, который основан на знаниях, на традициях восточной медицины и современной европейской медицины. На вебинаре мы с вами разберем, что означает целостный подход к жизни. Мы разберем составляющие здоровья человека, причины, по которым он заболевает, почему человек болеет, каковы основные причины. Здоровье – это величайшая ценность, которая дается человеку с рождения в том или ином количестве природой. И задача каждого из нас – приумножать то, что нам дано, поддерживать и жить счастливой и радостной жизнью. Согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит лишь на 10% от социальных условий, на 15% от факторов, связанных с наследственностью, на 8% от условий медицинского обслуживания, на 7% от климатических условий и на 60% от образа жизни самого человека. Сутью методики Нарбекова является целостный подход к восстановлению здоровья человека. Врачи Древнего Востока рассматривали организм человека как целостную структуру, в которой нет отдельно взятых органов, в которой нет отдельной жизни от социума и в которой тело является домом для души человека. И именно поэтому на Востоке прежде всего искали причину того или иного заболевания, устраняли ее и исцеляли душу человека, гармонизируя тем самым его отношения с самим собой и с окружающим миром.